Еще пару дней назад ребята из 8-й группы детского сада номер 34 спали в теплой одежде. Деревянные окна советских времен пропускали ветер в помещение. В этой группе воспитываются в основном ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, которых воспитывают матери-одиночки. И родителям собрать средства на пластиковые окна было просто не по силам. На днях один из депутатов выделил средства и постарался создать благоприятную обстановку для комфортного пребывания малышей. В итоге в спальне появилось два новых окна и один стеклопакет с дверью. С похолоданием у нас в спальне стало очень холодно. И наши родители, очень активные, дружные, сплоченные, решили обратиться к депутату, к Шаяпову Руслану Ринатовичу, с просьбой, чтобы утеплить спальное помещение. Он откликнулся, помог. И сейчас дети спят в теплой спаленке. И мы ему очень-очень благодарны. Хотел бы отметить следующих родителей: Ахьярова Гульшат, Шайдорову Наталью, Гречневу Оксану, Альбину Хафизову и других. Спасибо вам большое.